Всем привет! Комментарий недели! Ну а чтобы попасть в следующее видео, напишите мне, что вы обо мне думаете. Только честно! Я знаю, что вы хотите рум-тур, но, к сожалению, я не могу сделать вам рум-тур, потому что в моей квартире еще слишком мало мебели. Но я обещала показать вам многоквартирный дом, в котором я живу здесь, и вы офигеете, потому что в большинстве домов в Лос-Анджелесе резиденты имеют доступ ко всяким интересным штукам, типа бассейн, зал, комьюнити-рум, в котором я как раз сейчас и сижу. Хочу поделиться этим с вами. Пошли! Чего вы ждете? Пошли! Итак, это community room. Здесь резиденты могут тусоваться, приносить сюда свои ноутбуки, не знаю, околачивать. Самое главное в этой комнате – это растение, потому что нужно хотя бы один раз в день обязательно обнять растение. А у меня его нет, поэтому я прихожу сюда. Едем дальше. Здесь очень уютно, много света. Вот есть столик. Свечка, но обязательно под куполом, чтобы ваши грязные пальцы не портили эту белую свечку. Вот это моя любимая часть, это два кожаных дивана больших. Видите, очень здесь все заботятся о том, чем будут резиденты развлекаться. Ну и, конечно, самая практичная штука в Лос-Анджелесе, где почти все время температура 30-20 градусов жары. Камин. Всякие альбомы здесь, чтобы люди самообразовывались. Пошли дальше. Живу я, собственно говоря, практически на Аллее Славы. Вот знаменитые звезды прямо перед выходом из моего комплекса. В этом есть свои преимущества, но здесь ходят все время сумасшедшие. Надо быть осторожным. Пойду, пожалуй. Это, честно, не так романтично, как кажется. Да, вы не пугайтесь, что я так в теплом свитшоте, в сапогах. Просто здесь на самом деле не так жарко, как кажется. Здесь несколько дней без остановки шел дождь, что большая редкость. Вот здесь вот показывают всякие фильмы, музыкальные клипы. Пожалуй, самая крутая фишка – это бассейн. Я, правда, еще ни разу в нем не плавала. У меня просто не было времени, я все время либо на уроках, либо делаю что-то по работе. Я не знаю, насколько он холодный. Офигеть, да? На крыше, в здании, бассейн, да еще и джакузи. И вот эта лежанка. Это кинотеатр специально для резидентов дома. Не знаю, слишком, мне кажется, много диванов, но вчера, допустим, здесь транслировалась премия «Оскар». Я, пожалуй, посплю, ребят. Здесь все сидели, заказывали пиццу, можно даже вон там вот сделать попкорн. Я просто офигеваю, здесь реально люди как короли живут. Здесь практически в каждой квартире по собаке, поэтому если проходиться по коридору, можно услышать вот это. В здании находится охрана 24 часа в сутки, так что мы все в безопасности. Sunset Room в переводе, типа, место, где можно созерцать закат. Кажется, моют все шампунем, потому что здесь вкусно пахнет. По подушке на каждого резидента. Мы находимся на улице, и прямо сейчас вы видите Голливуд Бульвар, Dog Den. Специальное место, где можно выгуливать собаку, не выходя на улицу. И здесь маленький загончик. Для больших собачек лесенка. И вот здесь вот можно собаку помыть. Да, и, кстати, телек. Я не знаю, для чего здесь телек, но здесь есть телек. Да, это прям совсем уже для каких-то лакшери собак. Вон написано, пожалуйста, уберите за вашей собакой. Сейчас я покажу вам место, которое покажется вам даже немного сумасшедшим. Это просто отведенное место в доме, чтобы сюда люди приходили, вешали холсты и рисовали. What the fuck? Это эхо! Это наш гараж. А это наша чудесная машинка. Она помогает нам доехать везде. А вот это волшебная комната. О, в которой очень плохо пахнет. Для того, чтобы выбрасывать мусор. Вот так. Все, пока. А вот так на самом деле выглядит моя квартира. Как видите, она достаточно пустая. График у меня плотный, поэтому, к сожалению, у меня нет времени пользоваться всеми привилегиями, которые я вам показала в своем доме. Очень, конечно, прикольно, что они есть здесь в домах, это привлекает, но я по вам очень скучаю. Скоро к вам приеду, обниму каждого из вас и надеюсь, что приеду и буду круто танцевать, круто петь и вообще стану крутой. Вот. Так что я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения и пока!